Пока сзади незримо. Так. Что? Плохо там? Еще я спрашиваю, кто там? Спите, нет? Вот. Братец. Виталий, Сергей. Это. А? Что я? Сядь-ка сюда. Так. Что, мне судить будет? Вчера у вас какой разговор был с этим? Иди сюда. Алеша был и говорит, такое зло, мне столько зла сделали Игнатий. Какое я зло сделал? Кому? Да не говорил он, что зла ты сделал Игнатий. А? Не говорил, что ты сделал зло. Этого нет. Зла. Говорил, вот повтори. Игнатий. Сейчас скажу, как он сказал. Что? Вы, говорит, своим послушанием сделали, от тебя послушание что ли? Ну, так дальше говори. Игнатий, он сказал, что... Скоро придет расплата, скоро расплата настанет за все то зло, которое вы сделали, за это все те скорби, которые нам причинили. Расплата за зло, и которое я сделал. Игнатий, Володя и вот ты. Не слыхал, не знаю. Ну, как не расплата, это даже самому лютому врагу-то не говорят, потому что неизвестно, что и как. А сделали зло какое? Я не знаю. Но я хочу узнать, какое зло сделал ему, Леша. Вчера я два раза его останавливал. Видео. Обращайтесь, он впереди, возле амбона, людей снимается, это все. Ну это он дурь завалил, тебе это не было сказано. Зачем это делать? Ладно, зачем? Прошло. Виталий, уйди. Ушел. Вышел, я читаю поучение. Смотрю, он задом стоит и камеру на Валентину направил. Виталий, ну ты что делаешь? Я поучение считаю. Кого? Я глухонемую снимаю. А что ты ее снимаешь? Глухонемую. Я снимал, как ей переводят. Да что это? Это кому-то пользуется, что и как ей переводит. Ну это ну, тоже пример для ты того, повернулся, чтобы Серафима не хочет. Серафима не хочет. А ты никого не видишь перед собой, не слышишь. Тебе было сказано, я тебя послал, запиши всю службу. Мы на службе отсутствуем, я дома прослушаю. Я записываю сзади, зачем впереди-то? Вот уставится, знаешь, Серафима, она трудно это переносит. Вот на нее уставил камеру, давай снимай. Неправда. На матушку. Я вот так... Я, во-первых, эти снимал, как письмена, а людей я вот да нисколько это не было сказано, ты все это самодеятельность занимаешься. А сложно говорили, что нельзя людей. Я тебе не говорил за пятак пукать в церкви. Нет, что людей нельзя, понимаешь? Я же не рад, что все тут напуганные какие-то люди непонятные. Тебе зачем понимать, когда она не хочет, не хочет ты. Ты с ней не говорил, она не хочет. Ну я не знал, Игнатий. Ну ты не знал, дальше ты что? Что? Леша, почему Леша тебе сказал эти слова? На Леху я вообще не направлял. Вот как, вот смотрите, если бы вы сказали, смотрите, вот если вы сказали, как я, Леха-то передо мной стоит, он все равно попадает в кадр, как ни крути. Как перед тобой? Ну как вот я стоял и снимал. Вот. Ну он сейчас со спины стоит. Он со спины, да. Тебе как раз ты спереди снимал, ты весь второй зашел спереди снимал. Я говорю, зачем ты это делаешь? Уйди, говорю. Правда, батюшка, я вас снимал сбоку, как вы считаете. Ну ладно, все, тогда я неправду говорю, все, больше разговора нет. Все, дальше все, на тебе осталось. Теперь еще вопрос. Что значит за расплату и какое зло Леша сделали? Кто сказал это, с кем вы разговариваете? Я этого не говорил. Батюшка это не говорил, я не говорю, что это батюшка. Ну, во-первых, это не соответствует действительности, что он может говорить. Единственное, что боятся, что их отлучат от причастия, что они ходят к нам. Ну, может быть и это. Нет, это только это. Ну когда прямо в лицо подходишь, вот это, вот снимаешь. Да что, людей наших не видели, что ли? Это службу. Ну ты стой сзади, снимай службу. Что поют, что читаем, снимаем. Я прошу. Я обычно поучение читаю, ты ко мне задом стоишь. И вот на Валентину уставился, Валентину, что а как переводят ей? Да это что? Ну это же я секунда буквально. Если ты уже батюшку во лжи обвиняешь, что все, что разговор закончен. Я его не обвиняю во лжи, батюшку. Не надо этого делать. И теперь я сказал так, когда снимать, если что-то общее снимать, то надо спросить, можно или нет снимать. Вот. А так я выхожу поучение. Поучение снимайте, не людей снимайте. А то, что вам нужно, что? Пророка Илью, канон я записал, сзади стоял. Я даже не шевелился. Службу записал, люди смотрят довольны. Это заходит спереди, сзади снимает. Это неприятно, всем неприятно.
Мне уже говорят, ну терпят, просто люди терпят только это. Каждая служба у нас это идет. Каждого этого нету, конечно. Ну, чтобы снимали так, нету, как он вчера, не каждый. Ну, как он, это никуда не... Я выговорил ему. Я послал специально, у нас хоть один человек должен быть в церкви. Сними службу. Больше я ничего не сказал. Сними богослужение. А что ты там начнешь разворачиваться, снимать, никого не видеть? Зашел да, в кабинет, этого, где... Наша храмовая икона, ты отсюда снимал туда, на Серафиму туда. Я тебя... Не-не-не. Ну как я тебя прогнал вас тогда? Снимал, вас, вот. Я вас снимал, вышел, чтобы, как вы читаете, давно. Ты все снимал, это есть, посмотрите, что там, откуда. Ну, вот, и разберешься, да, откуда, что теперь, снимал. Если это не сойдется, тогда что? Забыл? Опять слово забыл? Ну, я не, я тебе, кто тебя, зашел? Ну ты меня, я там стою, ты сзади стоишь, снимай меня. Зачем тебе заходить сюда, к ОМОНу-то прямо подходить? Зачем? Ты вперед прошел, и отсюда ты стоял-то. Я вышел, ты задом или полуоборотку, ты, да, именно ты лицом к выходу стоял. Ты где Евангелие-то стоял, батюшку видать, ты тут снимал, и слышалось хорошо. Да, зачем ты туда пошел дальше? Не надо это. Это и меня не... Чего ради-то? Я сбоку хотел, вот, а так... Это еще получилось, результат уже все. Хотел, не хотел, вот. Один раз, и ты... Результат опять, если бы сказали, вот, стой как статуя. Мне надо было сказать, где стоять, как вот, снимать. Вот. Я еще по порядку рассказываю. Я говорю, что сказал? А я о своем ну, думал. Ладно. Здесь а говорит, рядом со мной стоит. О своем думал. Все, и мы инструкция-то ничего понятно. Не значит. Письма. А то, что мой Сережка сказал, он сказал, вроде, ну что, подходит прямо тут же, служба таковой там. На службе нас всего было 13 человек. И ты их вот в лицо это снимаешь. Ну это ладно, как? А в лицо зло, которое сделал я, речь идет уже обо мне. Я сделал зло ему. Какое? Ну, спросишь у него. И будет расплата. Если кто со стороны это услышит, это же... Ну, странно, очень странно. Это серьезное обвинение? Ты говоришь, конечно, нам брат мой, и пошел, выдал из пулемета. Но... А тебе надо было? Ты бы даже услышал, ты подошел бы с ним, поговорил, и все. А ты ничего не понял уже, давай, значит, теперь Игнатьеву там пересказал. А ты бы с Лешей, ты разобрался, может, не надо было и говорить. Ему. А у тебя на это не хватит. А у Никиты-то из-за чего началось? Не стал никому советоваться, а сразу ляпнул и вылетел отсюда. Он понял, что здесь ему нельзя быть. Ну то есть, я понял. Хорошо. Ну. Ты бы тут же поговорил, а ты нет, ты сразу у вас пошел куда? Ему, а теперь уже накручиваете, надо разобраться, что так за каждое слово, что он сказал. Недоумение страшное. Ну, недоумение, это недоумение. Ну, реально. Потому что вы не думаете, поэтому недоумение. А если бы думал, то были бы думы. А так недоумение. Да. Вот. Не додумал ты немножко. Недоумение. Вот и все. Ну, заметь, Серафима против фотографии. А потом я показываю фотографии Серафиму во всех позициях. Да еще как она смеялась в это время, как ребенок маленький. Как так? Я поговорил с ней. Я говорю, вот молодежь с мальчиками побеседуем. А я буду снимать, я говорю, вас прямо на фоне креста. И она все согласилась сразу. А до этого было. А жар. Мне вот недавно написала женщина, она была против вас. Вот совсем недавно. А потом, я когда выставил, ну вот, как чинно все подходят к иконам, ну вот, вот так вот, чинно. Чинно. И она говорит, как, ну, то есть совсем другие положения. Вы думаете то, что отзывы там пишет. Отзывы тех людей, которых мы не знаем, где-то хорошо. А которые рядом с нами живут, ты об этом не думаем. Как их сохранить? Чтобы с ними не потерять. В этом. А вам вот там женщина какая-то где-то отозвалась, хорошо, что ты хорошо снял. Ну а здесь на месте ты видишь, что я недоволен, первое дело. Я тебя, два раза я тебя гнал, выгнал. Прекрати, Виталий, прекрати. Два раза. Алексея ты довел до того, что он в раздражении, может, сказал даже эти слова. Ну ты подумай, а вот там женщина какая, а как, ты не знаешь же, какая их тона где-то сказала. Ты думаешь, которые рядом с тобой стоят, а ближних своих? Как к этому отнесутся? Ладно или не ладно это будет? Даже надо какие-то снять ну, участки, ну, это же машина, можно или нет, это снимать это. Я не думал. Ну, просто мне, ты вот и не думал, ты надо думать всегда. Сними богослужение, мои слова больше не были. Питание. Иди молись, сними да. Богослужение. Все, больше ничего не было. Значит, другое, раз уж да, прошло, я говорю. Значит, я пригласил отца Дионисия да. На престольный праздник. Прекрасно. Ну я говорю, если можете, с прихожанами, он заезжал и в воскресенье, он говорит, а если я автобус возьму, я говорю, пожалуйста, он председатель миссионерского отдела епархии. Вот. Это будет миссионерская вот. Поездка будет. Вчера выставили Тобольское семинарие и подписано «Попы, миссионеры, клоуны».
Ну, на баяне священник стоит, играет. Другой священник, видно, справный такой, машет. Священники это поют, какая там миссия-то? Ну, это то не будем. Я думаю, но они сами сняли, если, сами если приедут, там человек 20. Ну еще. Только где-то... рады будем. Ну, рады будем. Так, с ночевки? С ночевкой, я говорю, с ночевкой. Ну, ты подскажи, каждый, чтобы имел простыни, две простыни. Я это сказал. Все, больше ничего не надо. Где положить? А вот оно, где положить, и у них там женщина, мужчина. Нет, женщина, мужчина. Женщины здесь, мужчины там. А, ну да, у меня два места. Еще там есть запасной, вон где. Все тогда. Я еще созвоню, сколько будет человек, поскольку он договорится там будет. Для нас сразу сидит никакой. Все, приглашение митрополиту отдал. Прекрасно. Видишь, как делается? Не видел, передал только. Уже отзвонили, что ему передали. Ну, можно потом позвониться. Позвониться. Ну, передай. Я отдал Сергею Беляеву, а он уже там передал. Вот с Сергеем какие отношения были с первого дня, вот заметил. Он зашел. Какой, я его не знаю. Жизни не знаю. Но он зашел первый раз и сразу показать, где я. Я открыл алтарь, туда никто не заходит, у нас только священник и там чтецы. Он сразу прошел вперед, опустился перед крестом, земной поклон, встал и поцеловал. Он меня завоевал без оружия по сегодняшний день. Он меня просто вот так вот обнял и поцеловал. Больше ничего нет. Понимаешь, как? И он делал это не то, что на показ, а я понял, что это искренне все. И вот особенно я тебе рассказывал про Серафиму. Она до того против была. А тут только один раз побеседовал и снимай даже мужей. Это она к нам приходит. Сейчас 10 минут беседа идет, мы снимаем. Она оставляет дает. А когда стали со вспышкой, ой, она вот так закрылась, она расхохоталась, она ее проводит, все тут готовы упасть. И Марина, и Полина, и ее вот так закрыли плащом или чем, платьем там. Она смеется, идет. Для нее ну, это вот приятно. Никита был, когда... Вася, я сейчас хочу сказать, я говорю, что сказать? Но я не вам, я всем хочу сказать. Кто это? Ну ладно, Никита. Ну ладно, всем. Ну высказал он. Высказал всем, и что? Все, до одного человека. Никого нет, чтобы кто-то его как-то хоть бы поддержал. Даже те, которые, допустим, не расположены к Игнатию, ко мне там, и те против у нас. Как это можно было так сделать? Потому что он всех, на всех сказал. А всех я говорю, женщин Никита, сказал. А почему ты? А с женщинами сейчас не подошел, шутят. Батюшка, и у меня вот такое смущение. И как бы это вот, что сделать-то? Ну, мы с тобой, говорю, поговорили, и этого вот ничего не было. Потому что мы бы с людьми там где-то не так, я бы сказал это, а ты сразу поднял что. И что? Черт. Ну и все. Тут вот какая... Говорю, ни одного человека нет. У нас еще такого не было никого здесь, чтобы себя напротив, чтобы вся община была против. Даже были такие у нас, которые там против меня. Вот были. Но а другие, которые были за него, там это, поддерживали его. Батюшка такой был, приезжал. А это всех до одного. Как это можно было так сделать? А вот по вот, недоумению тоже, не додумал. Нет, батюшка, тут одна версия. Там люди смотрят это и говорят. Он приехал, он спасался от призыва в армию. 5 лет, 25 лет приехал, 30 уезжает, 30 лет уже не берут. И теперь ему надо было не просто побыть, он здесь показывал недоумок, не может делать, там сломал лопату и прочее, а уйти с треском. А потом это, ну, знаешь, что записывается, все, и там хоть на Украине легко всем это показать. Смотри, как я их этих кацапов отбрил-то, где? А они, смотри, какой вид, и уже отзывы были, Никита-то молодец, так им и надо. Они не знают, что такое целомудрие, то есть у нас как одетые женщины, это не целомудрие. Им надо кафтан, сарафан. То есть это была спланированная акция. И он сразу, ни слова не говоря, все бросает, сыпушек, посадил, что-то где-то все бросил и уехал. Говорят, что это специально для того, чтобы ему подготовить место вернуться в Украину. Да он просто один остался уже и все. Ну, я говорю, Даша, ну версия, это очень похоже на правду. Что не просто он уехал отсюда таким недоумением, а именно борец за чистоту, за святость. А они тут ничего не понимают. Давай тебе дам. Не, не надо. Сейчас сделаю, да. Я съел 10 штук уже вот здесь. Он просто наслушался учителей ложных, вот и все, Никита. А? Никита уехал, потому что он наслушался ложных учителей. Я-то знаю это. Ладно, из интернета это он все набрался. Так, я вот это кому-то дал, что ж не поставили на место-то? Так и стоит здесь. Ну, холодильник, а повернули, поставили. Ты снимал? Фух.
все, батюшка, все. Интересно мне, слушай, Михаил-то Масленников приезжал, когда стали ему говорить, снимать не надо. Он говорит, я снимаю всегда патриарха, когда служба идет. И подошли старые там какие-то священники, ну что ж, все это снимают, все. Патриарх Алексей сразу подошел и сказал, не надо, это наша история. Пускай снимают. История, не всегда. Но освящение престола, причащение патриарха, внутри престол, там, снимать-то в алтаре. Ну, в алтаре один раз сняли тебе освящение, не каждый день в алтаре там ходят, и не каждый день и в храме. Ну, тоже. Бог его знает, я не знаю. Не знаю. Все, пока.